Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для более удобного закрепления хвостика разверните крючок в тисках. Для изготовления хвостика отделите от петушиного пера несколько бородок и закрепите их в конце цевья. Для изготовления сегментации на всю длину цевья закрепите люрекс. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немножко даббинга. Затем намотайте дайвинговую нить на цевье. Намотку остановите на уровне жала крючка. Затем, введя витки в обратную сторону намотки дайвинга, сделайте люрекс сегментацию. 5-6 оборотов будет достаточно. После намотки закрепите люрекс и отрежьте лишнее. Для изготовления спинки сверху цевья вплотную к телу закрепите небольшой пучок волокон артфюр. Для изготовления крылышек сложите два пера CDC вместе и, немного отступив от кончиков перьев, отогните все бородки назад. В этом положении закрепите их вплотную к спинке сверху цевья. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления грудки нанесите на нить немного даббинга. Затем, немного отступив от колечка, намотайте даббинговую нить на цевье. Затем нанесите на нить еще чуть-чуть даббинга и отведите нить к колечку. Для изготовления крылышек отогните перья CDC вперед. Примерно на уровне колечка или чуть дальше разделите бородки. В этом положении закрепите перья вплотную к колечку. После закрепления отрежьте лишнее. Равномерно расправьте бородки по бокам мушки. Отогните волокна артфюр вперед и закрепите их в этом положении у колечка. После закрепления отрежьте лишнее. Намотайте головку мушки.
Затем сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Соберите все бородки CDC вверх и немного назад. И отрежьте на уровне загиба крючка. По необходимости расправьте элементы мушки. Все, мушка готова.